Приветствую тебя на моем канале. Сегодня я покажу, как работать с 2D анимацией в Blender. Ну что ж, приступим. Вот такой вот получился ролик. Еще раз здравствуйте. Сегодня я вам покажу, как я, в принципе, сделал такой ролик. Там, конечно, есть недочеты, о которых я поговорю чуть позже, чтобы у вас не возникало таких же ошибок. Давайте приступим без лишних слов. Изначально нам надо будет убрать вот этот кубик и поговорить о аддонах, которые нам понадобятся. Оговорюсь сразу, что вот скринкастовская мышь, я пользуюсь планшетом Bamboo, поэтому некоторые клавиши, вот как средняя, да, колесико мышки, у меня будет отображаться как Ctrl-Alt для масштабирования, Shift-Alt для передвижения и Alt для вращения. То есть это, ну, имитация трехколесной мыши, ну, это трехкнопочная мышь идет при помощи планшета. Мне просто удобнее с ним работать. Так, возвращаемся к аддонам. Первый аддон, который нам нужен будет, он по умолчанию, по крайней мере в версии 2.66 нет, но это первый, который нам нужен будет, это импорт, то есть вот он находится, импорт-экспорт, импорт, вот он у меня открыт, импорт images as plane, импортировать изображение как поверхность. Следующее это animation, вот здесь это anim all, то есть анимировать все. С самого названия понятно, что оно позволяет анимировать все, а не только кости, масштабирование, передвижение и что у нас, вращение еще, да, вращение, а и некоторые показания, которые показатели, которые как бы выходят за пределы вот этих перечисленных. То есть вот здесь даже вот некоторые перечислены, да? То есть case, recolors. Ну, то есть с цветами можно играться совсем. Так, save user settings. Нажимаем сюда и закрываем. А пока это все, что нам нужно для этого. Так, давайте я покажу, как я упорядочил файлы для этого. Сам ролик я постарался показать в самом начале. Вот такой персонаж у меня получился. Но вот я его разбил на детали. Одна из деталей это, естественно, голова. То есть вот у меня, кто там видит, голова, 4 варианта головы. Руки тоже. Ну, скажем так, разбиение у меня не самое идеальное. То есть я потом, когда будет работа над ошибками в конце, я выражу предположение, скажем так. Предположение, которое вам поможет более тщательно, ну, прорабатывать вот всю структуру файлов и чтобы, ну, было легче потом работать. Потому что я так не буду врать, это было не совсем долго, а довольно-таки на скорую руку это все делалось, поэтому вот не совсем правильно я там поразбивал все. Так, в папке body у меня находятся все составляющие части тела, то есть ноги, шея, непосредственно тело, руки. Так, что еще есть? А, есть рот, да, вот, рот персонажа, то есть в разных, в самых разных, как это назвать, липсинкинг, это, то есть синхронизация, буквенная синхронизация, что ли, так назовем. Я просто, сейчас у меня может вылетает из головы, как это все назвать. Import. Image is plane. Выбираем то, что нам нужно. И идем вот сюда в бок. Что нам надо? Нам надо поставить вот здесь некоторые настройки. Shadowless – это настройка, которая отвечает за то, что будет ли подвержена поверхность вот, освещению и оттенению. То есть, чтобы не было там, не приходилось выставлять цвет нам. Ой, цвет. А постоянно была какая-то освещенность. Так, ну, назовем так это. Надо поставить вот эту галочку. Use Alpha, то есть применять альфу, чтобы у нас персонаж, вот черные, кто не знает, черные пространства
на рисунке у нас будет заменяться прозрачным. И здесь ставим Z-Transparer. Это чтобы лучи проходили, так скажем, сквозь ту альфу, которую вот мы выставили здесь. Так, Image S-Plane. Масштабируем. И вращаем по X. Так, вот так мы подгрузили первое изображение, которое нам надо. Следующее изображение мы загрузим изображение рта. Повторяем все те же действия. Import S-Plane. Так, у нас опять ничего не видно, потому что надо масштабировать. Scale 100. Rotate по X 90. Сейчас не видно, потому что они в одной плоскости. Нам надо чуток вынести рот вперед. И вот у нас получилась такая прекрасная улыбка у персонажа. Теперь самое главное. Как мы будем это все анимировать? Давайте начнем с головы. Нам надо зайти вот сюда. То есть это уже как бы есть поверхность, на которой есть текстура. Поэтому мы заходим непосредственно в текстуры. Здесь есть вот такие настройки, как image. Да? Здесь указано single image, то есть одно изображение. Нам надо поставить здесь image sequence, то есть последовательность изображений. Так, есть. И все, что, чем мы будем управлять здесь, это вот этими окошками. Здесь нам надо выставить единицу. Ну, это кадры, да? То есть у нас как бы кадры здесь первые. И далее мы будем управлять вот offset. То есть это как бы... Я точно не буду дословно переводить или там читать, как это все переводится, но в упрощенном варианте я скажу своими словами. Offset отвечает за пробежку по вот всей последовательности. То есть мы вот сейчас нажимаем на это. Следующий кадр у нас был с поднятыми бровями персонаж. Затем закрытые опущенные брови, закрытые поднятые брови. Как вы видите, все работает. То же самое проделываем и с ртом. Сейчас выделили мы его. Тоже здесь выставляем image sequence. Здесь выставляем единица. И проверяем. Все работает. Так, давайте я сделаю следующую штуку. Я не буду полностью персонажа грузить. Я подгружу сейчас только шею, тело, руки. Все кроме ног. Потому что ноги, в принципе, у меня не анимировались. Так, есть еще один момент, то есть мы подгрузили. Обычно, как бы, ну, здесь он мне не мешал, но обычно я делаю следующее. То есть, когда я вот отмасштабировал и поработал с вращением, его надо применить. Ну, о чем я говорю сейчас, вот, если мы выбрали голову, сейчас вот посмотрим на вкладку Transform. Здесь location как бы, ну, оно так и осталось в этом месте. Но rotation уже вот 90 градусов. И scale тоже здесь. Бывает, возникает у нас потребность сделать какую-то привязку. И порой бывает такое, что привязку к чему-либо. К кости, к какой-то пустышке, ну, empty. Я их называю пустышками, поэтому пускай будет пустышка. И зачастую, когда там копируются какие-то вращения той же пустышки или той же кости, или какие-то перемещения ее копируются, бывают вот эти показатели влияют на то, как будет перемещаться привязанный объект. Поэтому, чтобы выставить их в ноль, мы проделаем следующий фокус. Причем, ну, желательно проделать со всеми вот загруженными конечностями. Можно сделать следующее сочетание клавиш, это Ctrl-A. Так, Ctrl-A, выбираем Apply, Rotation и Scale. И как мы видим, все выставилось в нули, так скажем. Ну, в дефолт положение, то есть тут в единице, а здесь в ноль. То есть вот так бывает, можно избежать, ну, нежелательных последствий в дальнейшем. Либо следующий момент,
А как это можно сделать не через сочетание клавиш? Я просто люблю. Мне Blender поэтому и нравится, что здесь сочетание клавиш. Нажимаем Object и Apply. Ну, тут тоже вот подсказка Ctrl-I. Rotation is and Scale. Так, тоже сделаем с руками. Я буду сочетанием. Шея. Так, ладно, давайте рот. Scale. Так, и шея у нас. Сейчас давайте отсюда. Tension and scale. Единица. Так, все. С этим закончили. Но с руками нам тоже надо будет поработать вот здесь. Руки у нас тоже анимируются. Причем анимируются то таким же способом. Вот здесь возникает вот та проблема, о которой я уже говорил, о которой я хочу рассказать вам, ой, чуть попозже. Так. Image, да. Смотрите. Сейчас у меня все руки находятся в одной папке, да? То есть у меня как бы вот уже пошло смещение, которое никому не нужно, да? То есть, забегая вперед, я скажу, что ну, желательно руки разбивать левую и правую сторону по разным папкам, чтобы вот не возникало такое. Либо, если вас это не смущает, вы выписываете себе на лист, либо какую-то подсказку делаете, какое изображение идет за каким, чтобы потом вот здесь можно было выставлять безболезненно, без всяких эксцессов, так скажем. Так, это сделали, рот сделали, лицо сделали. Добавили последовательность. Теперь остается сделать следующее. Нам нужно добавить арматуру, чтобы можно было человечку мотать головой влево-вправо и, в принципе, вот, управлять руками его, шеей, стандартными средствами, средствами костей. Так, сейчас мы будем добавлять, давайте Shift-S, Select, курсор, центр, он в центре у нас, Shift-A. И добавляем bone, single bone. Так, мы смещаем ее вниз. Так, нажимаем tab. Раз, экструдируем для шеи. Экструдируем для головы. Так, теперь нам надо сделать дубликат. Так, есть. Теперь выставляем на плечо. Так, выставили. Здесь у нас будет как бы локоть, поэтому вот выставляем сюда в локоть. Так, экструдируем еще раз. Ну, вот, вот эту узел выставляем там, где будет у нас плечо. Экструдируем еще раз. И еще раз для ладони. Так, есть. Начали эту. Ctrl-P. Да. Теперь, да. Смотрите, мы привязали как бы эту кость уже к этой. То есть, чтобы при перемещении эта кость тоже перемещалась. Вот эти как бы связаны. Но у нас вот это будет главное. То есть тело как движется, за ним движется все остальное. То есть выбираем вначале вот эту, потом вот эту. Нажимаем Ctrl-P. И, ну, сейчас тут Connected, а там нажимаем Keep Offset. То есть она будет следовать за вот этой костью. Так, Shift-S. Курсор это центр. Здесь выставляем сейчас вот такую штуку, как pivot point. То есть это точка привязки. Так, выбираем. Сейчас. Выбираем вот эти вот кости. Ctrl-D. Shift-D. И делаем следующий фокус. Так, выбрано вот здесь относительно 3D курсора. Scale. По x negative 1. Па-дам. Нажимаем S, жмем
x минус единица. И оно зеркально отображается относительно вот, вот этой точки. Все, скелет у нас создан. С чем я вас и поздравляю. Что нам дальше нужно? А дальше идет очень интересный момент. Если мы сейчас привяжем все кости, в принципе, мы можем их привязать. Давайте вот я покажу, как мы привяжем их. А привяжем мы следующим образом. Кости на костях ставим Pose Mode. Идем вот сюда. Выбираем объект. И выбираем кость, которая нам нужна. Ctrl-P. Bone. Ну, мы сейчас привязали вот это вот его туловище к основной кости. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть теперь. А. Граб. Тело привязано. Теперь нам надо привязать шею. Тут чуть посложнее все. Шею трудно выделить за вот этим вот всем. Так, теперь выбираем кость. Ctrl-P. Bone. То же самое. А. Проверяем, что с костью. Сейчас мы повращаем, наверное, давайте. Шея у нас вращается. Так, а теперь попробуем. Видите, вот сейчас вспомогательные оси деформации, там, или трансформации, так назовем, да, не назовем, а трансформации, привязаны к курсору, 3D-курсору. Нам нужно, чтобы оно было там, ну, на кости располагалось. Поэтому мы выбираем Bounding Box Center. Не Bounding Box Center, а Individual Origins. Ну, а, ну да, Origins здесь. Этой большой кости. Так, и пробуем вращать. Как мы видим, шея вращается вместе с основной костью. Так, тоже проделаем и с головой. Bone. Так, а тут вот возникает интересный момент. Вот эту руку мы можем привязать. Ctrl-P, Bone. Ctrl-P, Bone. Рука привязана. Здесь у нас рука тоже привязана. Так, а вот здесь интересный момент. Поверхность-то здесь одна, а кости две. Что мы можем в этом случае сделать? Мы можем распределить веса, ну, автоматом. То есть выбрать две кости, выбрать поверхность, выбрать две кости и нажать Ctrl-P with Automatic Weights. То есть веса у нас определятся автоматом. Что мы сейчас, в принципе, и сделаем. То же самое мы сделаем и здесь. Так, давайте посмотрим, что у нас получилось. Видите, как все некрасиво происходит. А все потому, что у нас просто деформация на 4 точки идет. Что отсюда следует? Отсюда следует, что нам нужно подразделить вот этот объект на несколько, ну, разделить еще на несколько несколько разделительных линий поставить. Ставим Ctrl-R. Ctrl-R. Видите, как оно у нас интересно? То же самое мы делаем здесь.
Вот, чтобы добавить 3, я нажал просто на наполнительной клавиатуре 2 раза плюс. И добавились как бы ребра. Так. Но сейчас я так подозреваю, что у нас не совсем изменилась ситуация. То есть вот эта кость как бы управляет все хорошо. Ну, как видите, мы там не совсем спозиционировали правильно эту руку. Сейчас мы ее подвинем чуток. Но когда приходим к этой, у нас смотрите, что происходит. Рука очень безобразна. До безумия безобразна она у нас деформируется. Что мы можем сделать в этом случае? А в этом случае мы можем сделать следующее. Выбрать Weight Paint. Видите, эта кость влияет почти полностью на руку. Кроме вот основания руки. Сейчас мы будем этого избавляться. А избавляться мы этого будем... Так, вот здесь. Либо можно раскрашивать, но я раскрашивать, честно сказать, ну, не то что не умею, я не люблю, скорее так скажем. Но не совсем... Компьютер у меня не совсем сильный, иногда оно притормаживает из-за этого. Ну, тут как бы не будет притормаживать, но все равно. Так, следующим образом сейчас мы поступим. Выбираем руку, нажимаем Tab. Выбираем все, что есть вот здесь. Так, стоп, какую мы кость выбрали? Эту кость, да? Тогда нам вот здесь надо будет выбрать А, Б. Выбираем вот здесь. И нажимаем Remove. Если мы сейчас сделаем, синий цвет означает то, что вот эта часть руки больше не подчиняется вот этой кости. Так, здесь давайте еще сделаем кое-что. А, Б. Здесь assign сделаем по полной, то есть здесь рука полностью подчиняется. И вот здесь давайте сделаем хотя бы на процентов 80, чтобы она подчинялась. Tab, то есть как видите, вот так происходит. Теперь выбираем вот эту кость, нажимаем Tab. Как мы видим, здесь тоже у нас рука так тихонько переходит. Но нам вот здесь надо, чтобы была красная. А вот здесь надо, чтобы полностью синяя была. Чтобы здесь эта часть руки вообще не подчинялась вот этой кости. Нажимаем Tab. А, Б. Remove. Смотрим. Удалилось. Здесь мы выбираем вот эту часть, ставим 100, assign, нажимаем Tab, красная. Опять здесь я тоже сделал бы красным. Вот, красиво уже получается. Ну, здесь, наверное, сделаем процентов 80, assign, Tab, есть. Здесь давайте процентов, давайте 60 попробуем, если что. Будем сейчас assign. Ну, что-то вроде это. Здесь 40 давайте поставим. Ну, все, кропотливая работа, но зато потом будет легче работать. Так, assign поставили. Ну, уже что-то. А здесь давайте 20-ку поставим, потому что все-таки хоть чуть-чуть, да, это должно подчиняться. Очень удобно на самом деле анимировать персонажей, у которых рука вот гнется как у Микки Мауса в первых. То есть вот у него рука такая была как бы извилистая. То есть она не гнулась как у человека в двух местах там, да, в локте и в плече, да, а вот она полностью была такая волнообразная. То есть там наставляешь кости просто и вот как бы вот ставишь вот такие разделители и все, и рукой очень удобно управлять. Тут, хотя, честно сказать, там тоже свои есть нюансы,
Но так, здесь мы сделали. Так, давайте пробуем, что у нас получилось. Идем сюда. И так, ну сейчас вот нам еще вот здесь чуток надо поставить. Так, Ctrl-Z. Видите, уже как бы лучше. Ну давайте еще чуток покропочем над этим, потому что мне не совсем нравится. Видите, вот здесь синий, а у нас вот этот рукав должен полностью подчиняться. Поэтому здесь мы все-таки поставим не 20, а... Nissan. Так, а здесь у нас все-таки будет 5. Ну, я так в реальном времени делаю эксперимент, чтобы, ну, вы, может, запомните лучше. Мне, например, всегда удобнее учиться по урокам, где, ну, довольно-таки все подробно показано. Поэтому извините, что так долго. Но я думаю, это надолго запомнится. Будем по возрастающей такить. Так. Tab. Ну, вот, по идее, должно сейчас быть довольно-таки хорошо. Ну. Так, получше стало. Но тоже не совсем то, что хочется, да? Ну, такое какое-то движение интересное получилось. Так. Тут, наверное, просто вот что еще надо сделать. Вот здесь, наверное, надо добавить еще одну, еще один разделитель, что мы, в принципе, сейчас и сделаем. Ctrl-R. И его мы поставим полностью в remove. Пробуем сейчас. Ну, что-то такое. Так, white paint. Tab. Ctrl-R. И здесь мы поставим, давайте, единицу. Assign. Tab. Ну, честно сказать, вот уже лучше. Там, давайте на этом я остановлюсь. Вы поняли принцип этого всего. Вы свои модели. Ну, то есть я вот на той я там постарался, посидел. Здесь я чуток остановлюсь на этом. Я просто хочу вам показать. Уроки так затягиваются, наверное, уже, да? Сколько там у нас по времени? 37 минут. Ого! Так, здесь с этой рукой то же самое. Я уверен, вы разберетесь. Так, теперь, чтобы кости нам не совсем мешали, мы сделаем следующее. Мы сделаем их вот такими вот тоненькими. Так, что у нас еще осталось? У нас осталось анимировать непосредственно самого персонажа. Так, давайте я с руками еще разберусь. Рука. Я их назад просто отодвину. Единица. А, так. Есть. Нам осталось анимировать самого персонажа. Показать как. Давайте я начну с губ. Покажу, как губы просто на примере. Или головы. То есть без разницы. То есть вот мы можем анимировать голову. Так. Как мы знаем, вот вся анимация проходит здесь.
То есть все ключи мы выставляем здесь, на таймлайне. Но здесь есть один подводный камень. То есть Blender старается делать анимацию, рассчитывать, чтобы она была плавной. То есть если мы сейчас здесь поставим ключ, вот делается так, наводится мышь на offset вот сюда и нажимается I. И появляется ключ. Переместимся где-то в 20-й кадр. И здесь поставим... Так. Смотрите, тоже такой нюанс, что когда мы выбираем фреймов больше, чем у нас есть на самом деле, текстура заменяется вот таким розовым неприятным квадратом. У меня получалось избавляться от него, просто нажав, поставив нужное количество кадров, которое есть на самом деле, и нажав вот refresh вот такой. Так, у нас 4 всего лишь кадра головы. Так вот, какой неприятный есть момент, что если мы сейчас поставим в 20-м кадре I, то есть ключ очередной, то смотрите, что происходит. Когда мы, с нулевого кадра, и сразу же у нас 4-й надо. Если мы сейчас пойдемся по таймлайну, то что мы замечаем? У нас появились кадры, которые мы в принципе не выставляли. То есть они у нас идут по последовательности. Сейчас он закрывает глаза с опущенными бровями. И следующий кадр, который мы выставили, это кадр с бровями поднятыми. Закрытые глаза с поднятыми бровями. Но мы же поставили, чтобы у нас был кадр с открытыми глазами и опущенными бровями. И следующий кадр должен быть сразу закрытые глаза и поднятые брови. Что в этом случае нам надо сделать, чтобы вот кадр шел за кадром, а не вот так последовательно они мешали? Менялись. Можно, конечно, выставлять еще несколько ключей с предыдущим кадром, но это не совсем хорошо. Вот что мы делаем. Мы заходим в Graph Editor. Здесь, кто умеет пользоваться, я одно время ненавидел его на самом деле, потому что я не знал, как ним пользоваться. И не было человека, который бы мне объяснил нормальным доходчивым языком. Как вы видите, здесь вот у нас анимация плавно меняется полностью по всей последовательности. Но нам надо, чтобы скачок был такой. Отсюда и сразу сюда. Что мы делаем? Мы нажимаем K. Interpolation Mode. Constant. И вуаля. У нас все получилось. Теперь смотрим, что у нас, как это у нас выглядит. До 20-го кадра. И сразу закрываются глаза. Вот это вот все делается при анимации изображений. Вот такой приемчик, как бы, чтобы избежать вот того неприятного эффекта, который... Потому что у меня был прикол с предыдущим роликом, что я повыставлял анимацию, повыставлял, а в итоге получилось, что вот она у меня последовательна. То есть я, вначале не знал, я думал, о, круто, там, это самое, сразу анимацию сделаю. Так, ладно, идем дальше. А то... И потом в итоге я вот нашел вот такой выход из этого всего. Так, давайте анимируем еще. Давайте до 40-го кадра я. 40-й кадр. Тут где-то на 25-м кадре я ему открою опять глаза с приподнятыми. Ай, видите, очень круто, не очень, я доволен. И здесь где-то мы поднимем брови. А, они приподняты у нас. Здесь мы опустим брови. Давайте. Ай. И вот через 5 кадров опять поднимем брови. Ай. Так, смотрим, что у нас получилось. Вот прикол то, что у нас, когда вот проигрывается анимация, не всегда срабатывает вот анимация эта. Но при рендере все отлично, то есть могу вас уверить. Но вот когда вы пошагово просматриваете, все работает. Я могу, конечно, не увидел где-то какой-то галочки, просто чтобы это все работало. Но вот если у кого-то есть какие-то
по этому поводу соображения, можете мне написать, мне будет интересно. Так, с этим закончили. Давайте, рот анимируется точно так же. Что с руками у нас? Руки анимируются, соответственно, ну, как и кости. То есть, ставим в первой позиции ключ. Ну, я ставлю Location Rotation. Затем перемещаемся. Там 20-й кадр. Опускаем руку. Location Rotation. Проверяем, что у нас получилось. Ну, кости работают как бы нормально. В этом плане, что проигрывается при нажатии Ctrl-A. Так, I. Выставляем второй ключ. Location Rotation. Так, граф Editor нам сейчас не нужен. Ну, там тоже можно играться, кстати, чтобы было плавно, либо более резко. Так, Ctrl-A. То есть вот он у нас машет своим крылом. Так, на этом есть. Следующее. Мы сейчас подгрузим еще один рисунок. То есть это background. Import images plane. Так, здесь все настройки запомнили. И нам нужен background. Есть. Background у нас тоже очень маленький. Он подгрузился в точке, куда был перемещен 3D курсор. Scale 100. Rotate по X 90. Но он у нас слишком маленький. Но мы будем масштабировать его уже так вручную. Так, есть. Ну, давайте где-то вот так у меня было в кадре. Ну, там ноги у меня были, но тут без ног уже. Так, позиционируем его. Да, вот так. Что мы сейчас сделаем? Ctrl-A опять. Применяем Rotation and Scale. Так, здесь это есть. Теперь нам нужно выставить камеру. Ну, камеру я выставляю всегда вот так. Здесь набираю 0. Камера View типа делаю. T. И здесь теперь камеру буду выставлять. Так, Alt-R, Alt-G. Так, сейчас мы ее в нулевую точку привели. Ставим 7. Отводим. 3. Вращаем по... Так, это есть. Красиво все получается. Так, 7. Ну вот, как-то вот так спозиционируем. Так, это можно закрывать. Это есть. 1. Так, мы спозиционировали камеру. Теперь нам нужно... Мы можем проверить, что у нас получилось. Так, есть. Я вам еще обещал показать, что вот... глаза и все остальное работает. То есть оно при Ctrl-A не работает, а при рендере работает. Так, мы сейчас переместим где-то, где у нас было закрытые. То есть на 20-м у нас были закрытые глаза. F12. Ну, вуаля, как видите. Так, теперь переходим в такую интересную штуку, как выставляем резкость. У меня там был такой небольшой перепад резкости в кадре, в самом начале, еле заметный. Но я вот как бы сделал это. То есть мне было интересно. В чем была загвоздка этого всего? То, что я выставил по разным слоям, что персонажа, что задний фон. Давайте фон я поставлю тогда на 2 слой. И здесь мы сейчас поработаем со слоями. Опять же, оставляйте мне комментарии. Я с удовольствием почитаю их, то есть, может, я слишком мудрено как-то что-то объясняю, либо наоборот слишком разжевываю. Если какие-то моменты неясны, я по ним могу сделать абсолютно отдельный нормальный урок, коротенький, который полностью все разъяснит. Так, хорошо. Работаем со слоями. Нам нужно два слоя. Первый это слой будет слой персонажа. И добавляем еще один слой, это слой background. Ну, мы так BG назовем. Так, теперь вот здесь надо выставить кое-какие настройки. Вот это вот отвечает за то, что будет рендериться. То есть здесь мы выставляем
выбираем те слои, которые будут рендериться. Ну, в любом случае, то есть полностью все то, что нам надо будет рендериться. То есть у нас первый и второй слой будут рендериться, потому что там на одном бэкграунд, а на втором наш персонаж. Но у нас есть слои. Как работать со слоями? Нам надо распихать их по слоям. Вот здесь написано layer. Вот это и есть наши слои. То есть выбираем вот этот character и жмем вот это, потому что у нас здесь находится персонаж. Теперь выбираем background и выбираем вот этот. С масками мы здесь работать не будем, но кратко скажу, чтобы там экономить ресурсы, один из слоев может выступать маской второго. То есть та часть, где будет маска, не будет прорисовываться. Но это уже ну, отдельный разговор, я тоже об этом могу более подробно вам рассказать. Так, чтобы персонаж наш отрисовывался на слоях нормально, да, на слое задника, нам нужно, чтобы он был на прозрачном слое. Но так как у нас здесь поставлен sky, он будет рендериться на слое небес. То есть у нас он не будет прозрачным. Поэтому мы убираем галочку. Теперь у нас персонаж будет на прозрачном фоне. Как это выглядит, сейчас я вам покажу. Вот, без галочки sky мы нажимаем F12. Так, видите, это вот прозрачная область. Теперь давайте поставим галочку sky. Вот что происходит. Он у нас рендерится на фоне неба. Небо у нас как, может кто знает, кто поопытнее знает, кто неопытен, но пытается учиться. Вот здесь выставляется небо. То есть оно у нас сейчас серое, то есть цвет неба. Ну, тоже это упрощенно сказано. Там, ну, если переводить с английского, то так оно и есть. Так, не забываем тогда забирать вот sky. F12 опять. И у нас на прозрачном фоне. А теперь самое мое любимое. Нам надо поиграться сейчас будет с нодами, которые я тоже одно время не понимал. Я вообще не принципы их. Но вот сейчас осознаю, что это очень хорошо. Очень полезно. Так. И довольно-таки хорошие результаты получаются. Тут мы зашли, я вот по привычке нажал, но сейчас буду объяснять. То есть вот здесь, чтобы работать с нодами в при рендере, нам надо нажать вот эту вот штуку. То есть есть ноды там у нас материалов, ноды текстур и ноды рендера непосредственно. Мы нажимаем вот эту. Зажимаем вот эту клавишу. Use Node. Потом Background. То есть у нас будет на фоне отражаться то, что мы делаем. И Auto-Render. То есть нам не каждый раз не придется нажимать F12. Так, мы только перейдем в первый кадр. В первый, да. Так, почему у нас не отображается на фоне то, что вот как я зажал, да, background. Нам надо добавить такой нод, как viewer, который типа будет выводить. Viewer отвечает за вывод вот, вот эту штуку. Так. Shift-A. Output. Viewer. Видите? Сейчас никакой нод не связан с ним, поэтому показывается крест у нас. Так, image. Парам. Так, чтобы полностью видеть всю картинку, нам нужно... мы можем уменьшить ее размер. Вот здесь есть background. Вот. Мы играемся с зумом. Но сейчас он не мешает. Поэтому вот оставляем так. Так, давайте, чтобы нам ничего не мешало, нажимаем Shift Space. Держа мышь в окне нодов. И оно полностью открывается на весь, на все пространство. Так. Но где... Спросите вы, наверное, где нам взять background. Background нам надо взять в следующем ноде. Shift-A, Input, Render Layer. То есть у нас рендерилось два слоя. Слой с нашим персонажем и слой с background. Теперь нам надо их объединить. Объединяться они у нас будут следующим образом. Shift-A, Color, Alpha Over. Есть. Но тут, кстати, главное, как будет последовательность соблюдена. И выводим
во вьюер. Видите, последовательность неправильна. У нас этот слой перекрывает слой с персонажем, у которого есть альфа-канал. Поэтому мы перемещаем вот так. Все. У нас все получилось. Дальше. Нам нужно сейчас будет поиграться с резкостью, которая, в принципе, когда в 3D пространстве мы работаем, с ней играться легко. То есть там мы можем depth of field выставить и с ним играться. В принципе, здесь я так подозреваю, что тоже можно, но я пошел кое-каким другим путем. Поэтому вот я покажу свой путь, как я это делал. Так, Shift A, мы добавляем фильтр Blur сюда. И здесь ставим Fast Gaussian. И здесь тоже Shift A, фильтр Blur Fast Gaussian. Так, здесь и здесь мы выставляем то положение, ну, ползунков, то есть у нас размытие. Вот сейчас у нас размытие идет по иксу, то есть все изображение размывается вот так, поперек экрана. Внизу у нас отвечает за размытие по, ну, это по горизонтали икс, а это по вертикали размытие. То есть мы выставляем тот уровень размытия, который нам нужен. То же самое мы делаем с передним фоном. То есть, как вы видите, у нас вот задний фон сейчас размылся. А вот персонаж еще как бы такой веселый, не размытый. Но мы его тоже делаем размытым. Ой. Ну, тут выставляйте, что вам больше нравится. То есть нравится там десятка, ставите десятку. Что вам соответствует вашим требованиям. И теперь мы будем играться с вот этими вот позициями. То есть, если мы выбираем в ноль, у нас персонаж абсолютно нормально виден. Если мы ставим на единицу, у нас персонаж не виден. Ну, мы сейчас уберем в единицу. Давайте наоборот. Вот тут в единицу, а здесь в ноль. То есть у нас сейчас будет виден фон, персонаж не будет виден. Еще один момент, что мы добавим. Мне очень нравится такой эффект Lens Desert. То есть это как, не знаю, как в телевизорах. Вот есть по углам такие интересные загогулины. Вот здесь они тоже. То есть, ну, как бы... Не помню, как Desert переводится. Но что-то вроде искажения. Ну, по-моему, даже так оно и переводится. Я не буду умничать. Но вот, типа, искажение линзы. Вот. То есть мы добавим Shift A, Desert, Lens Distortion. Так. Здесь Jitter. Ну, тут можете выставлять тоже, как вам что нравится. Я выставляю примерно всегда вот на вот такой вот. Ну, можно добавить. То есть, видите, вот зеленые такие каемочки появились. Здесь тоже, в принципе, можно добавить. Ну, давайте сделаем так, при таких. Я всегда ставлю 100 там, 100 там. Так, и обязательно надо конечный, от конечного нода вывести на... композит, на нот композит. Потому что у нас не будет рендериться так, как надо. Так, это во вьювер, а это в композит. Запоминаю. Так, все, в принципе, у нас все готово для того, чтобы анимировать вот эту вот штуку с перепадом резкости. Так, Shift Space. И теперь нам надо анимировать это. Вот, теперь смотрим. Для чего нам нужно было AnimL. Первое, это для того, чтобы анимировать последовательность изображений. А второе, для того, чтобы анимировать вот эффект плюра. В первом кадре, опять же, мы будем ставить ключ на вот эти положения. Size 1 и Size 0. Ставим здесь курсор и нажимаем I. Видите, засветило желтым, то есть появился ключевик. Здесь то же самое. Переходим в 20 кадр. Здесь мы ставим уже... 0 i, а здесь ставим единицу i. Ну и тут давайте сделаем так, как будто был перепад какой-то такой среднячковый. Здесь поставим 5 i,
И здесь тоже поставим 5 и i. Ну и тут выйдем уже на нормальное изображение. То есть у нас задний фон будет все-таки такой размытый более, а персонаж более четкий. Так. Все. В принципе, мы закончили с тем, что нам надо было. Теперь мы можем просто проверить, как это все выглядит. То есть, давайте первый. F12. Так, мы видим, что персонаж у нас размытый. А задник нет. Переставляем в 20 положение. Нажимаем F12. Персонаж уже закрыл глаза, опустил руку. И он четкий, а задник размытый. Переходим в какой там 30-ку. 30-й кадр. С персонажем анимировалось все нормально. Но, как видите, и то чуть-чуть размыто, и персонаж чуток размыт. И задник, и персонаж. И в последний кадр. Все правильно, все так как надо. Так, с этим есть. Так, тут мы закончили. Смотрите еще один момент. Когда я делал синхронизацию голоса и мимики на лице персонажа, я делал следующий еще момент, что я добавлял аудиодорожку в файл вот сюда, чтобы можно было синхронизировать. Я сейчас покажу, как это делается, но я не буду показывать там весь процесс, потому что он довольно-таки длительный. Так. Мы добавляем еще одно окно. Выбираем здесь Video Sequence Editor. Так, есть. Сейчас увеличу. Так, есть. Но здесь момент в том, что как бы, когда мы не можем услышать ничего, то есть ничего не слышно, да? И как, спросите вы, там, синхронизировать, если не слышно ничего? Здесь нам поможет некоторые настройки. Следующее. То есть давайте Shift Space нажму. Так, вот оно просто такое безобразное выглядит, да? Следующее, что нам нужно, это выбрать вот такую вот штучку вот здесь. Видите? Вкладка Sound. Мы набираем, выбираем кэшинг. То есть закэшировать. Будут кэшироваться файл is decoded as loaded into RAM. То есть, ну, в операционную память загрузится вот этот файл. Так. Теперь, чтобы нам увидеть, в какой момент нам нужно поставить определенные мимические выражения, то есть там на букву P, на R, ну, определенную мимику, то есть, либо выражение лица, как-то так скажем, мы ставим здесь draw wireform. То есть, у нас будет отрисовываться волна всего голоса, видите? То есть, тут уже более ясно, где было какое-то ударение, либо что-то, там, какая-то буква произносилась. То есть, у нас вот рисуется. Есть момент, что нам нужно... Так, давайте... Shift Space уже убираем. Нам нужно будет слышать это все. То есть сейчас мы ничего не слышим. Здесь нам поможет следующая штука. Вот здесь есть... Так, а где он у нас есть? Вот. Playback. Такая вкладочка. Нажимаем Playback. И ставим галочку напротив Audio Scrubbing. Теперь смотрим. Так, ну тут нам просто увеличить придется, да, хотя бы до 100. Ну, что 10? 100. Поняли? В чем прикол? То есть теперь мы можем слышать, где какая буква произносилась, и в этом месте ставить ключ. Ключ ставится так же, как и в случае с головой. То есть там я говорил о том, что типа, ну, не показывается, как анимируется голова, но если ее выделить. Или рот там выделить, то зачастую. А, вот сейчас опять не хочет что-то. Ну, как бы
Вот это единственный бокс, с которым я столкнулся, что вот оно как бы анимируется при этом самом, при выводе, но не анимируется при вот если вот вести бегунок. Может, этот баг избавится там в более поздних версиях. Ну да, поздних версиях. Так, я буду на этом заканчивать. Я думаю, я и так много сегодня чего рассказал. А, ошибки еще какие? Основные ошибки здесь только в формировании самого персонажа. Всегда позиционируйте свои рисунки. Правильно. Позиционировать, о чем я говорю. То есть, видите, у меня вот руки есть, да? Они все направлены вниз. Но изначально они были все в разные стороны. То есть, вот эта рука была влево. Вот этот палец был вверх поднят, так как я примерно себе в голове представлял, в каких моментах оно как бы должно выглядеть как. Но как бы, когда мы грузим все в одном положении, да, то есть мы подгрузили вот так руку, самую первую, то есть она вот направлена вниз. И когда она поднимается, не важно, что происходит, оно все равно грузится вот как бы вот так. Как, в какой позиции. Поэтому, если будет рука влево, она таки подгрузится, что рука у вас будет как-то, ну, в воздухе висеть влево. Так, может, я не совсем правильно объясняю, но надеюсь, вы понимаете. То есть они все должны быть направлены в одну сторону. То есть, как вот сейчас. Вот рука вниз, это левая рука. Вот это тоже вниз, это тоже вниз. Ни в коем случае там не делайте вверх, потому что будет у вас из руки выходить палец, который плавно переходит в ладонь. То есть это не совсем как бы красиво. Вот тоже такая ошибка. Так, все, всем спасибо за внимание. Извините, что такой длинный урок, но надеюсь, довольно-таки информативный. Все, до скорой встречи. Был рад для вас стараться.